апартаменты Fox Valley. Two bedroom. Сразу при входе у нас кухня. Настоящий камин, который топится дровами. Выход на балкон у нас. It's available apartment located in this building. Is this the site? No, another building. It's in another building. I have to look at it. I can't remember which one it is. Uh-huh, okay. Первая комната. Сейчас она как демонстрационно сделана как кабинет. Но здесь можно сделать спаленку или детскую. Это, скажем так, демонстрационные апартаменты. Они уже обставлены мебелью для того, чтобы показывать, как и что можно сделать. Обычно апартаменты сдаются в 99% без мебели, поэтому нужно самостоятельно все покупать. Собственно говоря, мастер-бедрум, спальня для хозяев дома и очень большая кладовка. Здесь чуть ли можно сделать комнату с игрушками для детей. Ну, вообще, в принципе, предназначен для хранения разного рода хлама, одежды и всего прочего. Ну и вот это апартаменты с одной ванной. Опять же, еще один шкафчик. Ванна достаточно большая. И вход в кухню с одной стороны и с другой со стороны. Скажи, что эта мебель не входит в список. Я уже сказал. What are the total spaces in this apartment? It's 848 square feet. Approximately payment for utilities. It's going to be about $100 monthly. About, so for MUD, for MUD it's going to be about $30 to $50 monthly, and then for OPVD it's going to be about $80. It's separately to bills. Yes. And then we will bill you for a small portion of water, trash, and sewage, which is going to be between $25 and $45 monthly. It's total. It's about $100 total, all the bills. About $100, $120 maybe more. It depends on your usage. Mm-hmm. But all the bills separately. It's OPPD separately for server and for other, yeah? Okay. Okay, thank you. Thank you. Good.